Распоряжением главного санитарного врача Акмолинской области в третьей четверти разрешено организовать дежурную группу для 9-11 классов школ, ранее обучающихся дистанционно. Согласно предварительному плану, в области будут организованы 548 дежурных групп по 7 тысяч учащихся для 9 классов и 272 дежурные группы. Это порядка 3500 учащихся для 11 классов. В школе учатся 237 учеников 5, 9 и 11 классов, 43 школьника продолжают дистанционное обучение. Мы собираемся принять 790 учеников 3 четверти, всего будет 55 дежурных групп. Каждый ребенок будет сидеть за партой индивидуально. Как правило, количество студентов в дежурной группе не должно превышать 15 человек. Периодичность смены маски составляет 2 часа. Также определен специальный график вентиляции аудиторий. По принципу один кабинет, один класс. Ученики, места за которыми ранее закреплены, не меняют. На сегодняшний день мы ожидаем прихода 299 детей. Обучаются в нашей школе 497 учеников. Мы подготовили классы. В школе есть антисептические коврики. Средства выделяются из городского отдела образования. Также имеется 84 литра антисептической жидкости, порядка 500 масок. Но родители и сами приносят своим детям по 3 маски в день. Маску меняют каждые 2 часа. Есть отдельные ящики для использованных. В третьей четверти также будет возобновлена работа школьных столовых, однако не без участия мониторинговых групп, которые уже изучают готовность школьных столовых и аудиторий. Айгерим Сульменова, Саулес Есбек, Азамат Бикмагамбетов, Кукши, Акпарат.